В том городе, где оказался Чебурашка, жил-добыл крокодил по имени Гена. Каждое утро он просыпался в своей маленькой квартире, умывался, завтракал и отправлялся на работу в зоопарк. А работал он в зоопарке крокодилом. Придя на место, он раздевался, вешал на гвоздик костюм, шляпу и тросточку и ложился на солнышке у бассейна. На его клетке висела табличка с надписью: «Африканский крокодил Гена, возраст 50 лет, кормить и гладить разрешаста». Когда кончился рабочий день, Гена тщательно одевался и шагал домой в свою маленькую квартиру. Дома он читал газеты и курил трубку, и весь вечер играл сам с собой в крестики-нолики. Однажды, когда он проиграл сам себе 40 партий подряд, ему стало очень и очень грустно. «А почему я все время один?» – подумал он. «Мне надо обязательно завести себе друзей». И, взяв карандаш, он написал такое объявление: «Молодой крокодил, 50 лет, хочет завести себе друзей с предложениями обращаться по адресу: Большая Пирожная, улица, дом 15, корпус И. Звонить 3,5 раза». В тот же вечер он развесил объявление по городу и стал ждать.